Небесный Царю православные христиане укрепи, веру утверди, языки укроти, мир умири, святую обитель сию, добрость сохрани, прежде отшедшие отцы и братья нашу, вселение их, праведных учени, и нас в покаянии, исповедание прими, яко благие человеколюбец. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дуже целомудрие, смиренно мудрее, терпение и любви дару мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даром не зреть и моя прегрешение, не осуждать и брата моего, яко благословенный сей во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых, славных и всевальных апостолов, преподобных богоносных Отец наших, святых, праведных Бог Отец, Акиман и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Небольшой отрывок из беседы святителя Иоанна Златоустова, 12 тома. О посте и целомудрии. А твой-то где? Мы имеем кроткого и милостивого владыку, который не требует от нас ничего, кроме...